привлечь молодежь в театр, поставить на сцене классический русский водевиль с его комизмом, интригами и, конечно, моралью. Новый спектакль мускомедии «Две свадьбы» – яркий пример жанра. Его отличительная особенность – характерные персонажи. В каждом можно узнать себя или своих знакомых. Не обходится ни на одной, мне кажется, свадьбе без какого-нибудь интересного персонажа, причем и в жизни, и на сцене, чтобы он не вычидил чего-нибудь такого интересного. Здесь, по-моему, каждый персонаж вносит свою такую лепту и дольку юмора, очень хорошего, тонкого юмора. Это классика все-таки, в конце концов. Два действия, два разных спектакля. В одной постановке выдавили Павла Федорова «Свадьба с вензелями» и рассказ Чехова «Свадьба с генералом». На сцене театра музыкальной комедии их ставит Татьяна Столбовская. Режиссер обещает много юмора, песен и танцев. Либретто Кима Рыжова и музыка Евгения Птичкина, который уже известен нашему зрителю по спектаклю «Бабий бунт». Музыка азартная, задорная, веселая, и это задает определенный градус спектаклю. Зрелищность и юмор, какое-то хорошее настроение мы надеемся подарить нашему зрителю. Актеры репетируют буквально круглыми сутками, ведь одновременно с водевилем в театре идет подготовка праздничного концерта и оперетты Баядера по Ивру Кальману. Увидите «Две свадьбы» зрители смогут уже через неделю. Премьера 3, 4 и 5 марта. Анастасия Романова, Вадим Быстревский. Новости.